Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом крема Рафаэлло, который подойдет как для тортов, так и всяких разных бисквитов. Для начала к сгущенке добавляем растопленные на 400 грамм сгущенки 200 грамм сливочного масла и 200 грамм белого шоколада, растопленного на водяной бане или в микроволновке. На ваше усмотрение. Теперь это все тщательно перемешиваем. Сюда можно добавить 70 грамм кокосовой стружки. Данный крем можно убрать в холодильник часа на 2-3, чтобы он настоялся. А если вы собираетесь сразу начинять крем или пирожное, чтобы оно пропиталось, то можно это делать сразу. С утра, если оставить его на ночь, будет готов великолепный крем, который подойдет как хорошо к белому хлебу, к горячему кофе или чаю. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте писать комментарии под видео.